На сегодняшний день в Саратовской области разница между стоимостью поездки в пригородных поездах и экономически обоснованным тарифом составляет 65%. Для перевозчика стоимость провоза в одной зоне обходится в 47 рублей, а для пассажиров – 15 рублей. Как часто пользуются горожане электричками и необходимо ли возобновлять маршруты пригородных поездов, мы поинтересовались на улицах города. Я почти не пользуюсь электричками, но мои друзья очень много пользуются, очень переживали, что отменили электрички, очень рады, что вот путь по постановлению Путина, чтобы вернуть электрички. Я думаю, без них никуда нужны электрички. Людям нужно, конечно, нужно. Не все живут в городе, больницы, школы, все такое. Если далеко куда-то добираться, невозможно добраться на общественном транспорте, приходится пользоваться электричкой. Ехать на автобусе около 1,5-2 часов с пробками очень удобно, а на электричках быстрее, доступнее. Конечно, нужны. Рядом с Саратовым много городов находится. Вот. Мне кажется, нужны обязательно. Конечно, нужны. Как же люди будут добираться на дачу к себе? Пенсионеры. Конечно, нужны. Нужны. Они необходимы. Без понятия, мы не ездим. Ну, это очень удобно, если ты живешь, допустим, в Заводском, тебе надо попасть в Ленинский. Наверное, это оптимальный вариант. Для кого-то. Это пригородный транспорт, он очень важен для нас. Это вообще замечательный способ передвижения. Мне нравится, даже романтично как-то.